Итак, свершилось. Взят был 30 уровень. Так, ладно, прокачаем где-нибудь дома. Давай аккуратненько до дома добежим, желательно живыми. Да, я игру не стал забрасывать. Это было, конечно, больно. Но, друзья мои, у меня еще на канале есть 7 Days. Я зашел в 7 Days и просто вспомнил одну банально простую вещь. Если здесь я в среднем потерял где-то часов 6-8 фарма, в 7 Days я теряю, как правило, если играю с бэтбаком, который падает, в разы больше, часов 20-30. Там же бэтбак, если падает на травку, которую сбивает зомбику, бэтбак ваш уничтожается. Там еще все хуже. Так что в этой игре то, что бэтпак терялся, он не терялся, он укатывался просто в воду. До меня потом это доперло. Надо было его здесь искать. У них физика движения вот объектов довольно-таки сделана интересно. То есть если на бегу вас убивают и поверхность неровная, то он будет катиться, пока не укатится. Чуть ли не на середину речки. Меня просто уже убивали. Я посмотрел на это все. Благоразумие, так сказать. Так, что я тут насобирал, давай покажу. Лутол. Да, я постарался, друзья мои. Так, ну, в принципе, наверное, растения я вот сюда заряжу. Да, давай растения сюда зарядим, толку-то мне от них здесь. Маловато места у меня, да? И мясо. Ни хрена я мясо тут наш кипидарил. Надо уже нормально начинать питаться. Так, построил, кстати говоря, вот такую хрень, технический навес. Правда, никак не могу его никуда индюрить, так сказать. Так, что ж, что у нас есть? Ну, во-первых, веточки мне пока вряд ли понадобятся. Довольно много ресурсов. Хорошо, давай прокачиваемся и смотрим, что тут еще есть. Так, импровит стол, стальная стена, ремонтный строительный комплект. Медовая железная платформа. Качаем. Так. Заправочная станция. Средний дом. Качаем. Так. Improved Forge. Купальная структура. Люк на крыше. Техническая станция. Так. Качаем. Техническое здание, магазин, и какой уровень нужен? 50. Так, хорошо. Ну, до 50-го, я думаю, дойдем. Сейчас у нас идет что? Ближний бой. 3% мил дамадж, 3 медикал сканер. На разок прокачаю. Так, субстанция. У нас еще дает уменьшенное количество голода. Вот, макс health. Вот это вот нужно выживание. Так, повышенная скорость. Хорошо. Так, тоже качаем. Но это пока не важно. Так, одеждочка. Усиленные ботинки из говна. Такая охота ляпнуть. Дальше у нас что идет? Лезер рюкзак. Так, а чтобы дойти до нам до большого дома и до очень большого дома, надо дальше прокачиваться, да? Вопрос, что на это нужно? Мне бы, блин, большой ящик хотя бы доцепить, зараза. Средний дом-то есть у меня какой-нибудь? Погоди, дом. У меня есть хижина. Вот, маленький дом есть. Давай-ка построим маленький дом, хоть посмотрю, что это за хрень. Есть средний дом. Ну, влезет, влезет. И средний дом давай посмотрим. И средний дом, в каком будем жить.
Так, я что предлагаю? Так как меня могут там убить, давайте-ка я ресурсы нафиг все сложу пока что. Мне немного страхово. По новой я это все безумие не хочу набирать. Некоторые ресурсы довольно-таки тяжело достаются, это как, к примеру, Animal Fat. Его геморройно крафтить. Так, здесь так. Что у меня тут еще ценного? Вот это вот реалит ценное. Я не знаю, зачем оно нужно все-таки. Камень, золото. Вот эта хрень. Так, альфа-вуд, кабрит. Ну, в принципе, шкуры. Так, надо бы еще сделать, пожалуй, мне себе... Блин, опять ночь, что ли? Недавно же день был. Блин, там опасно выходить тоже. Так, технический навес, средний дом, да? Дурацкие ворота. Так. А где ж тебя поставить-то, друг мой милый? У тебя ж фундамент есть. Блин, без фундамента что, вообще не ставится никак? Он с фундаментом же сам должен идти. Вот, блин, засада. Так, инфейс, сурфейс. Надо сначала сделать фундамента, что ли? Да ладно тебе. Да, слушай, нужны фундаменты. Какой фундамент будем делать? Так, фундамент, ну давай сделаем какой-нибудь тут. Фиг с ним, пока временно деревянный. Или железный. Давай камень положу, железо, бревна. Посмотрим, что за фундаменты мы с этого Г можем сделать. Ага, Large Iron Platform можем сделать. 20, 15, 4 цемента. Ну слушай, недорого, недорого. Давай сделаю. Штучки 3. Я давай 4 сделаю, еще глупарю. Я потом это все буду разбирать, один пень. Мне нужен большой дом. И нормально тут застилать все. Но когда я уже хотя бы смогу от тех жуков избавиться дурацких. Так, где у нас платформы эти? Так, хорошо. Так. Айрон одна платформа есть. Давай вторую ставим. Это что, вот так ставите из друг друга, что ли? Ну, я бы сказал пару слов, но лучше промолчу. Надо как-то поинвариативнее это все делать. К сожалению, на воду не поставить, вот в чем косяк. Можно их так аккуратненько друг в друга впилить, я смотрю. В принципе, тоже нормально. Мне надо еще бут выше поднять, да? Либо поверхность поровнее найти. Ну ладно, так. Маленький дом. Да, как я был прав, они ставятся только здесь.
Так, но мне не маленький, а мне средний, пожалуйста, можно? Он здесь, конечно, где-нибудь поставится, еще один маленький нюанс. О! Так, средний дом есть. Давай посмотрим, что у нас тут за чудо свет такое. Так. Стекла. Неплохое помещение, я тебе скажу. Мой крепкий дом такой по виду. А маленький. Тебя сюда еще поставить так аккуратненько, да? Зараза ты подлая. Так, ну сверху ставить это будет чрезвычайно глупо. Так, погоди, а почему ты здесь не хочешь нормально поставиться? Вот. Коллизия, здравствуй, моя любимая Коллизия. Чтоб тебе, блин, было пусто. Конечно, с Коллизией. Да, чувствую, с этой. Коллизией я тут еще напарюсь. Да, эту сильно напарюсь. Так, я хоть так-то его смогу поставить, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Маленький дом. Дурацкий маленький дом. Поставься, пожалуйста. Хоть на тебя, блин, посмотрю. Конечно, не поставится. А, стоп. Сейчас что-то было. Тихо. О-о-о-о-о-о-о. О, все, поставили, давай посмотрим. Ё-моё, с горем пополам поставили, друзья мои. Мелкий дом. Я скажу, мелкий дом от большого не сильно отличается. Да. Потому что большой больше. Вся разница. Так. Хорошо. В этом... Я не совсем могу понять, как бы мне тут нормально это все заортачить на ровной поверхности. Блин, я так полагаю, в этой игре физики, судя по всему, опять же раньше не было. Ввели какую-то физику, и теперь, блин, сплошной геморрой творится. Блин, дерьмо. Я вот ненавижу такое, если честно. Так, ну в принципе мне надо пойти еще немного там подкачаться. Что у нас по новой броньке? Что там на нее надо? Да я посмотрю. Она у нас делается, скорее всего. Ага, вот Reinforcer с культуры. Люнкер. Inferior. О, ёлы-палы. Ага. О-хо-хо. Не смешно. Так, как. Угу. Вот, усиленные поножки. Что на них надо? Так, посмотрю, клей. Ugh!
Реалит золото. Чарльз Хайт. Блин, конечно, долго будет делаться. Но с этими броня у меня 20, с теми будет побольше всяко. Так, дай-ка я мясо немного пожарю. Да что-то мясо у меня как-то, мягко сказать, до хрена. У меня тут есть вот такая печечка веселая. Странно, что ей нужна палка. Но хотя немного логично. И пошли готовить мясо. Опять. Да. Пусть он мне тогда пару вот этих сделает штучек. Вот он только два может, да? Или еще сможешь? Нет, больше двух не может, к сожалению. Ну хотя бы будут что перекусить. Так голодаем. При наличии почти 1000 кусков мяса. Это немного смешно, никому не кажется. Бурдюка хватает, кстати, на... Странно. Он кончился. На 20, короче, на 3 раза мне его хватает вполне. Так, ладненько, я сейчас попробую, конечно, сделать эту новомодную броню, друзья мои. И вернусь к вам попозже. Потому что с ней придется немножечко попариться. Встать мордой к монитору и смотреть, что ж там надо. Потому что ни хрена не видно, вот лично мне текст. Этот идиотизм показывать я как-то не хочу. Блин, большие ящики бы мне, игра... Черт, конечно, развитие РПГ прокачки персонажа здесь немного через одно место. Как ни крути. Так, давай тогда пятерочку сделаем. Слушай, я тут на одном крафте уже сколько уровней поднял. Довольно-таки неплохо. Так, 177, кстати говоря, насчет боеприпасов. Пятихаточки хватит. Так, что у нас еще тут можно сделать будет? Предположим, вот дробовик, кстати, а чё он по цене, вот шотган. Так, риф... Ой, нет, дорого. Винтовка. Калибрит, Animal Fat. Дороговато тоже. Вот боеприпасы. Кремень, калибрит. Сколько они дают тут? 279, 282... Неплохо дают. Так, давай-ка мы сюда повыкладываем нафиг все семена. Я уже почти все сделал, да? А сюда такое ценное. Animal Fat. В принципе, я потом займусь еще крафтом. Посмотрю, что да как здесь будет. Так, стоп, бинты выкладывать нельзя. Бинты — это мое рабочее. Так, надо будет до хрена дерево наколбасить. Просто до хренища. У меня его вообще нету. Я аж в шоке. Железо, клей, палки. Так, сюда давай растения положим. Шкуры нет, шкуры сюда положу. Шкуры давай сюда закину. И вот эту вот хрень. Волокно, волокно нет, волокно тоже пригодится. Так, все это пригодится. Давай-ка дробовик возьмем. Содержание топлива пусть будет пока. Где мне дробовик-то? Класс. Та-т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 а. Сейчас попробуем жучков завалить. Надеюсь, патроны-то хоть те. Да.
Слушай, а чем от обычного дробовика отличается? Блин, даже не знаю, слушай. Так, дай-ка я возьму с собой сразу инструменты. Блин, ночью, конечно, идти сейчас охотиться. Не очень рациональная идея. Ну ладно. Так, давай-ка я, знаешь что, сейчас выйду и зайду обратно, а то что-то как-то грустно становится. Не люблю такую ночь. Я сегодня играю, у меня постоянно ночь в игре. Насчет версии я не совсем понял, но вроде игра как вышла полностью. Ай, дурацкий Steam, он сейчас удаляет все обновления игры, которые были ранее. Блин, достал он меня. Не почитать, вышла игра, не вышла игра. Так, ну давай попробуем хотя бы жучка завалить одного, заразу. Так, сразу тогда возьмем. Так, а как бы мне получше сделать? Ром будем разбирать. Я не знаю, чем его. Его хоть убить бы. Сначала. Постройка что, респаун отменяется? Пипси. На этих тварей не видно. А ничего, так дробовичок, я тебе скажу. Так, ладно. Вы забрали шкуру. И что я с них зап... Ага. Вултуры. Я понял, где эту шкуру брать. Беги! Это дробовик держать на постоянной перезарядке. Забыл. Так. Я еще курился, я его видел. Он мне просто бывает укатывается, зараза. Черт. Да, слушай, это, конечно, тоже. Тихо, тихо, тихо. Главное экономить стамину. Угу. Не, броню надо получше. Чё, встал? Я хочу его. Так, у нас прибор начнёт. Фига, тут начали вещи выпадать на халяву. Стальной нож. А мне до стального ножа, наверное, как до Шанхая, два рака пешком, да?
Да, вот он. Где? Так, сколько там у меня Animal Fat-а? 0, да? Сколько я с этого? Также 3 получаю, но это нечестно. 6 кусков мяса, 3 Animal Fat-а. Это к тому же еще без брони, кстати, был. Так, ну уже можно зверя посильнее поохотиться, это хорошо. В принципе, меня зверя меньше всего интересует, мне сейчас надо дерево нафармить будет. Угу. А что такое? Ага, ноги. Вультуры, господи, а ноги-то мне его зачем? Так, у меня хотя бы есть шанс убить эту тварину. Это уже хорошо. Даже Animal Fat я могу с этой хрени содрать еще. Ага, о как оно. И сиди думай, зачем оно нужно. Так, ну примерно зачем оно нужно я знаю. У меня есть новый тип брони, и мне нужно на него как раз этих жучков пофармить. Это будет, блин, жесткое занятие. Очень жесткая. Твари ползающие, которые очень плохо видно. Понятно. Опа. Так. А если ножом попробовать их долбануть, а? Какого? Ёлы-палы, попробуй что долбануть ножом, хотя... Уже лучше. Моя главная цель сделать так, чтобы я по дому мог бегать и фармить. Да ё-моё, я что сказал туда положить? Игра, блин. Отлично. Selling meat, animal fat, хорошо. Ножик. Просто няшка. Охрененная штучка. Здорово! А ты левел говоришь? Ерунда. Мне на жир сейчас все пойдет, мне еще резина, блин, нужна будет. Этих сраных жучков не вижу. Не, ну слушай, уже лучше, намного лучше. Это мне нравится. Мы хотя бы себе стали что-то представлять. Так, веточки. Так, а что я могу еще этим ножом дополнительно собрать? Помимо того, что я собираю уже очень довольно-таки много, мне кирку хорошую. Это было бы, конечно, круто. А, семена, палка.
тут, блин, что, еще и садить можно? Так, а ну-ка, вот это вот проверим. Не отличается от предыдущего ножа вообще никак. Да. Увы, ах, не отличается. Свитсталк, свитсталк. Ну, кстати говоря, немного вроде еды получше дает и вот этой хрени. А зачем она нужна, конечно, я не знаю. Хоть и написано, но это не столь важно. Так, ничего нужно. Мне нужны аптечки. И куда делись жучки? И куда делись мои жучки? Зараза. Так. Ножом попробовать их. Блин, не смешно. Так, какие здесь уровни? А, во-во-во. Отлично. Погоди, от них что, мясо еще другое? Паразит. Мох и салант мид. Не понял, что-то ничего. Так, мне бы желательно тогда... Зачем мне дробовик вообще, если я ножом лучше управляю? Мне нужно тогда их разбирать... Так, может, сможем насобирать на топовую броньку. Ну, как сказать, топовую. Втроем. Втроем напали. Не, ну троих я не выдержу. Одного, максимум двух. Если броню новую взять, слушай, может что-то и получится. Так, теперь у меня вопрос другой. Как мне свои шмотки-то забрать?